В начале выпуска срочные сообщения, которые сейчас поступают на ленты информагентств в Ирак и Сирию. Для борьбы с группировкой «Исламское государство», она запрещена во многих странах, в том числе в России, могут быть введены сухопутные войска под эгидой Соединенных Штатов. Речь идет о 100-тысячном контингенте. Но воевать Вашингтон, судя по всему, собирается чужими руками. 90 тысяч солдат и офицеров перебросят из арабских государств. Прежде всего из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Иордании. Об этом сообщает иракское информагентство со ссылкой на источник. О возможной масштабной операции ему стало известно после переговоров между сенатором Джоном Маккейном и премьером Ирака, которые состоялись в конце ноября. У главы правительства эта инициатива, по данным источникам, вызвала недоумение. Однако Маккейн якобы заявил, что в Вашингтоне все уже решено.